Наше шоу «Денім ТВ» з Нескафе 3 в 1 продовжується. Це рубрика «Fashion Icon». Дар'я Шаповалова, Аня Авдій. Сьогодні, як і завжди, у нас дуже цікава тема. Насправді, ми говоримо про стилістів. Про цю професію. Не всі знають, чим займаються стилісти. Не все знают, но мы попытаемся сегодня рассказать. Во-первых, наверное, начну с того, что есть как бы три категории стилистов, если их так очень, знаете, общо разделить. Это стилисты для модных показов, которые готовят коллекцию к показу на подиуме, стилисты звезд и стилисты... Боже мой, в фэшн-журналах. Три такие большие категории. Это не исключает того, что один стилист может выполнять несколько функций, да, и стилизовать показ и фэшн-стори, как зачастую бывает. Обычно стилисты звезд, вот это такая уже отдельная история, то есть они очень часто, понимаете, эти стилисты, вот ты держишь фотографию Рэйчел Зоуи. Она может и сама сделать какое-то платье. Так, она уже и дизайнером выступает. Уже, да. Есть интересный проект Рэйчел Зоуи, наверное, вы видели на телевидении ее программа, и там как раз очень вот так детально показывают, как стилист работает со звездой, как она едет там, выбирает платье для Кейт Хадсон, как она его подшивает, дошивает, как она звонит в дом Шанель, просит его исправить. Ну, и там можно как раз увидеть вот все вот такие ступеньки. Взагалі, без стилистов не может жить ни зерки, ни дизайнеры, взагалі никто. Почему дизайнерам нужны стилисты для показов? То есть это тоже как бы профессия не так давно появившаяся, ну, сравнительно. А дизайнер, когда делает свою коллекцию, у него немножко замывается взгляд. То есть у него, например, 200 вещей, на показе должно быть 50. 200 для байеров, да. И нужно сделать именно коллекцию, придать ей какое-то настроение, надеть другие аксессуары. И вот очень интересный такой конфликт показан в новом фильме такого режиссера Лейка Прижана. Он показывает, как Дайан фон Фюрстенберг готовится к своей показу своей коллекции. Приходят стилисты, как они воюют. Так говорит, нет, я хочу так дизайнер. А стилист говорит, нет, ты не права, нужно по-другому. А вот тут уже все зависит от дома. То есть где-то, наоборот, в принципе нет стилистов, да, но... Но он все равно, он как бы приходит и новым взглядом смотрит, да, на всю эту историю. И он может как-то по-другому посмотреть, потому что дизайнер эти вещи делал, ему сложнее отказаться от этих вещей, они же там все как дети. То есть сейчас очень много молодежи, которые хочет работать в фэшне, обычно хотят работать стилистами. Чи фотографом, чи стилистом, Я, честно говоря, два года назад встречала всех, хотели быть фотографами, сейчас встречаю всех, кто хочет быть стилистом. Ты хотела быть стилистом? Ну, ты знаешь, это очень сложная работа, я считаю, этим нужно болеть. Я пробовала себя в этом и работала с известными моделями и видела, как работают известные стилисты. Я просто понимаю, что я не рождена для того, чтобы быть стилистом. Гарно виходить говорити і розповідати прямо зараз, тому так краще то. Давай представляй нашого гостя, нашого стилиста. Да, поэтому наш молодой начинающий стилист Макс Степенко, который нам сейчас расскажет обо всех своих работах и почему же он тоже решил заняться стилизованием. Макс, привет. Скільки років ти взагалі цим займаєшся? Я не знаю, на самом деле, где-то год назад, может два, я увлекся заниматься визажем, делал мейкап, то есть меня это как бы возбуждало. И, то есть, ну а дальше были съемки, и стилистная нехватка, ну, то есть их или не было, или они были, но то, что мне не нравилось, допустим, в работе с фотографом. Вот. То ты вырешил вообще... Да, ну зачем делать эту работу кому-то, если ее можно сделать самому? Но это начиналось, то есть, вот так. То есть мы делали для модельного агентства тесты, то есть модельные тесты, и то есть, нужно было одевать девочку, нужно было ее ставить в правильный ракурс, ну, как бы компонируя с фотографом. То есть ты на все чему-то уже на площадке, или ты, кроме того, еще... Нет, можно сказать просто вот, ну, сам процесс, да, сам процесс меня учил, а ну, все остальное, это тот же YouTube, да, если что-то нужно увидеть. Де ти зараз переважно працюєш, де б хотів би працювати? От яким стилістом би хотів бути? Не знаю, але зараз в більшій мірі, тобто, кілька зйомок, ну і якісь є там зйомки. Більшість зараз є план робити модельні тести, але куди-то за рубеж, тобто поїхати тим же автостопом, поїхати просто в якусь країну і робити. І, в принципі, мечтаю. То есть сделать съемку для American Apparel, ну, то есть снять тот же лукбук, да, с фотографом. Ну, не мечтаю, просто хочу. Вот. Я предлагаю посмотреть работы Макса, потому что они говорят намного больше, чем просто наше обсуждение, да? Кристина Кулик, и на ней мы покажем несколько луков. А, сейчас. Это ты летний, да, подготовил такие луки? Да, образы? Я взял пару летних, но вот на самом деле... Опять же, коллекция Каневского довольно очень быстро расходится. Вот такие шорты, они в разных цветах были, но вообще, то есть их остались считанные
екземпляри в шоурумах дуже швидко. Це жорти вот. Для дівчат, для хлопців? Чи... Да, ну, в принципі, це унісекс. Ага, то есть, я і себе хотів їх прикупити. Так, одягаємо, в нас починається літній лук. А можна я подойти посмотрю, що там? Так, я теж хочу подивитися, що взагалі є в асортименті. Ого, ого. Все, та, все, пішли смотреть. Но ми тобі не будемо підказувати, так як ти у нас главний сьогодні. Так, а вот это у нас футболочка з корейской коллекции Виталика Павлишина. Для украинских трикотаж. Да, вот, я, в принципе, тоже мне один принт, да. Но, то есть, она очень... Как можно сказать, простая и очень крутая, да, и в тон, и цвет, и все. Вот. Ее тоже можно было бы с этими шортами, мне кажется. А почему ты решил совместить именно эти две вещи? Ну, в принципе, не знаю, ну, как вам сказать, футболка, шорты, да, более летний вариант, но прикол в том, что, ну, вот, загадочный цвет такой, да, на шортах, ну, то есть не везде встретишь, не у каждого. И обычно просто серая футболка даже, которую можно, вот, как девушки любят заправлять ее, ну, туда. Шорты, да? Да, да, да. Делать ее более как-то. Сексуальне, як вона виглядить. Не знаю. Вот. Вот, і... Ти одягаєш дівчат і хлопців? А, ну, так. Да. На зйомки, я думаю, так. Да. Всіх потрібно. Так, да, обувь крута дуже. Вот эти... Є шузи, да, винтаж ми купили. Що це за взуття? О, этого я не скажу, но, короче, ми поїхали з Кристиной в Вену. Ага. І там дуже огромний магазин, да, просто був обуви, ну і так. Нужно было купить какие-то крутые туфли, вот мы купили. Одягай. Ну, я думаю, для літа три таких, три комплектуючі і все, думаю, більше не треба. Вот, і последний елемент ми можемо додати на модель нашого аксесуару. Угу. Такой же лаконичный, как и принт. Так. Спасибо Виталику. І виходить дуже красиво. Ну, кстати, круто получилось. Так очень просто. Но вот обувь, мне кажется, она туда добавляет очень такой пикантности. Ну, в принципе, все, вот лук готов. Кристин, ты можешь продефилировать, да, показать. Так, я думаю, що якщо б дівчата так у нас поки частіше з'являлися саме з таким луком, думаю, було б дуже круто і можна було, не знаю, просто дивитись і радіти. І саме головне – обувь. Правильно, Максим? Так, да, обувь тут. Дуже класно, так. Да. Максим, спасибо тобі велике, удачі в кар'єрному рості і зняти тобі American Apparel. Так, я думаю, що запрошуємо тебе ще раз вже там через рік і подивимося, що відбувається. Окей. А ми залишаємося, робимо собі вже свої луки за допомогою нашого гостя.